Студентка Якутского хореографического колледжа Анастасия Платонова стала лауреатом второй премии и обладателем серебряной медали 26-го международного конкурса артистов, балета и хореографов в итальянском городе Спалетто. Сегодня состоялась пресс-конференция, где приняли участие и преподаватели, и учащиеся колледжа, и их родители. В конкурсе приняли участие больше 200 юных дарований из разных стран. Якутию представили Анастасия Платонова и аспирантка Московской академии хореографии Дария Дмитриева. Мэтры балета высоко оценили уникальный талант Анастасии. На балетном гала-концерте по решению жюри Анастасия Платонова закрывала международный конкурс артистов балета в Спалетто. Репетиции у балерины не заканчиваются никогда. Буквально через неделю Анастасия поедет на всероссийский конкурс выпускников «Русский балет». Вообще, я училась в музыкальной школе первого класса, а профессионально уже здесь, в колледже, я начала уже заниматься с четвертого класса. Я участвовала в ноябре 2016 года в Красноярском международном конкурсе, и так как я заняла второе место, мне дали приглашение на этот конкурс балетта. Там было больше всего участников в моей группе, в средней группе именно профессионалов. Было, конечно, поначалу непривычно, потому что сцена другая, было не очень удобно для меня, ну, для многих участников. Но я думаю, что я хорошо показала уровень нашей школы именно. Многие уже знают нашу школу.